Привет, друзья! Украинская армия активно вооружается США и Европой. До сих пор широко освещались только ПТРК, полученные Украиной. Тему ручных противотанковых гранатометов армии Украины, поставленных Западом, почему-то обошли стороной. Восполняем этот пробел. Один из ополченцев на примере трофеев показал используемые армией Украины РПГ. ПГ-76 польского производства. Это уже готовый РПГ, просто откидывается по типу немецкого фаус-патрона. Это РПГ-75 чешского производства. Тоже ручной противотанковый гранатомет, раздвижной. Чисто американский гранатомет США производства М-72А5. Противотанковый гранатомет, тоже раздвижного действия. Это мы самое больше затрофеяли. Это шведский гранатомет АТ-4. По американскому типу называется М-163. Ну, хороший гранатомет, уже пользовались, бьет отлично. Инлау. Вот это его в таком коробке, он вот такие вот штуки. Но вещь несерьезная, потому что каждый второй аккумулятор нерабочий. Поэтому они их практически не применяют в рай. На этом на сегодня все. Друзья, спасибо за просмотр. Мы осветим все.